проведем небольшой эксперимент над дровами. Ой, извиняюсь, над девяткой. В девятке полностью отсутствует охлаждающая жидкость. Полностью. Время года зимнее. За 50 километров, которые я проехал, машина ни разу не перегрелась. Я даже успел постоять в пробке. То есть воздушного охлаждения в зимний период достаточно, чтобы охладить двигатель девятки. Так что, если вдруг у вас нет возможности залить тосол или еще что-либо подобное, и нужно добраться из точки А в точку Б, то вы с легкостью можете преодолеть этот путь без охлаждающей жидкости. Единственное, что когда автомобиль стоит на холостом ходу, 5 минут достаточно, чтобы он закипел. То есть он постоянно должен быть в движении. Вот такой вот небольшой эксперимент. Единственный минус такой езды — это то, что полностью не греет печка. И очень холодно в автомобиле. На улице минус 5. Сейчас я покажу вам подкапотное пространство, чтобы вы могли убедиться, что тосола там нет. Обратите внимание на температуру двигателя. Смотрим под капот. В бачке тосола нет. И в принципе его нет. Как я к этому пришел, спросите вы. Очень просто. Оборвался шланг. И вытек весь тосол. А ехать мне нужно было край как. Вот и поехал без охлаждающей жидкости. А поблизости купить ее не было возможности. Ну и скажу вам, что все хорошо. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.